поднимаешься уже? Трэбл. Да-да. Ты поднимаешься уже? Да, я подхожу, подхожу. Понял. Метров 30 осталось. К шилке подходишь или ко мне? Да-да, к шилке. А, ну все, я тогда тоже поднимаюсь. Я не понял. Понял. Я просто прикрыть тебя не смогу. По мне калаш. Постараюсь, постараюсь. Живой еще? Да. Укатывается, укатывается. Бегаю я тогда туда. Я попробую перехватить. Можешь вообще отступать, заходить. Вроде убежал. Шинка уехал на запад, позыри. Что на запад? А, слышал, да. Я пока бегу, я не буду ходить. Но... Я вроде налегке, если что, у меня на руках ДВшка наша и КВшка. Так что если вас не будет, можете сдвиг делать. Траву жив еще? Это по мне, значит, или не по тебе, да? Нет, нет, нет. Понял. Я вас точно тебя. Все понял, я просто сместился с этого направления, ушел вообще. Понял. На запад. Чарли, на западную живы. Часть коны. Да, живы, на западную часть коны сместились, я под огнем был, если что, ДВшка на мне есть, можете потом сдвигать, если меня убивают. Палить можешь? БТР там угодно, я шилку еще поищу. Короче, дело такое, БТР мы можем спалить, а шилку найти не можем. Что делать? Сжечь БТР? Лучше, конечно, шилку ищите, БТР вообще угрозы не представляет. Понял, шилку искать. Сказали искать шилку. Так что будем шилку искать. По тебе? Нет, не по мне. Ну и не по мне. Сань. Опять куда-то едет. Так, вижу, спустился один масленок вниз. Там с самого верха. На северо-запад. Скорее всего, на северо-западном склоне где-то пасется. Шихонечко. Пойду обходить через южный город. Я вижу, но точно не там, когда. Кого жилку? Да, сейчас попытаюсь. Под примерник, примерник. Примерник. Ой-ой-ой, как далеко-то. Сейчас посмотрим. Ну где-то в этом районе. Ух. Он разве пробивает? Ну, нет, спереди можно через люк-то пробить просто и... О, ну ты представляешь, на шилку выезжать, который там экипаж есть. Не, так я говорю про это, про БТР, его захватить и с помощью КПВТ. КПВТ пробивает. А. Ну там пехота меня, вот это больше всего. Да, подойти не сможем чисто. Я пока найду шилку подтверждения, сделаю на позиции. У тебя есть что-нибудь против?
никакой шилки тут нету. Она где-то там. Я ее тут даже не слышал. Она пока сейчас я к ней подойду. На западной стороне от дороги. Чарли, вроде бы возле метки репит заметили кого-то. Возможно, его заметили, возможно, врага. Нужно поаккуратнее вам там быть. Я тут один. Стран стреляет. Вижу масленку на перекрестке дорог. В районе 233. Перекресток вот этот с клёна, который нет. Беттер движется между репитом и городом. Между репитом и центром города. Между репитом и центром города Беттер движется. Спускайте к шилке. Нашел? Нет, тут. Ну, например, на метку иду. Есть. Ёбаю. Ты такой вижу. Так, шилка двигается в сторону запада. Слышим. Здесь на дороге бегал масленок. Дороги с западной. Вижу, катится на север, в лес катится. Да, подтверждаю, вижу. Беттер, шилка рядом работает. Шилка, походу, пошла туда. Тропл, обнови на себе метку. Сейчас. Перехожу дорогу. Я понял, я рядом с вами. Западнее вас. Посреди поля. Так, сзади, кто там бежит? Пехота, свои, нет? Геймер сзади. Лёг. А от восточной стороны дороги. Я потерял тебя, я видел просто. Если с горы, то наши. Вдоль дороги, буквально. Вдоль дороги не наши, да? Зелененькие, светло-зелененькие, это не наши. Мы такие темненькие. Траба, вот ты сейчас спустился вниз, нет? Да. Сейчас обновлю метку. По полю бежишь, да, сейчас? Нет. К дороге не бежишь. Лег? Кто лег сейчас? Я лег. Понял. Я ты прям на масленку у тебя где-то на 11 часов человек был. Может репит, может враг, не знаю. В елочке я впереди. Я с западной стороны не бью. Слева, короче. Чешилка опять уезжает. Да. О-о-о. За ней бегать будем? Так он запарился. БТР как на лонгоне лежит, а шилка уехала. Я не вижу ее. Что-то там в районе города перебегает. Короче, если они в город начнут всасываться, то мы их сожжем. Пока ребята, бесполезно. Если ваши по городу не бегают, значит у вас где-то с юга, с юга-запада что-то движняк идут. Тут шилка опять куда-то на север-запад уехала. БТР как на ладони. Могу БТР взорвать, но есть ли смысл? Долби. Думаешь? Ладно, сейчас взрыв. Ой, она далеко. Так, взрывай БТР. У кого него человек бегает? А,
Чарли, это... Точнее, город это Чарли, смогли только БТР достать, Шилка очень метко. Метка актуальна на меня. Я на 6 часов, на 9 уже от тебя. А может быть в люк получится забросить сразу? А там же в люк вроде у Шилки разве открывается? Нет, скрипт есть, может быть, надо посмотреть заметки сейчас. Сейчас посмотрим. Это было бы идеально. Город, прием, это Чарли. Только посадка на броню. Повтори. Есть только посадка на броню. Блин. Чарли, слышу. Повторю, мы только бетер смогли выжечь, Шилка активна, ее не смогли достать. Я понял, понял. Так, отработали. А у вас есть что-нибудь по пехоте? Потому что мы пехоту вообще не встречаем, блин. Мы пока противника не видели, пехотинцы. Может, они все в бетере были? Думаешь? Так много народу? Они же постояли вроде. Мне кажется, они с севера пойдут. Знаете, что может быть произошло сейчас? Технику отогнали на дорогу сюда. Шилка уехала вперед, да бетер здесь. Нашел, а пехотка, она осталась на клёне и спустилась вниз сейчас. Вот, скорее всего, именно это и было. Поставим это на Шилку, там катается сейчас. Ну да, блин, за ней бегать. А у вас есть чем ее убивать? Уже нету. Ну и хер с ней, что за ней тогда бегать, ребята, откуда? Пехоту тогда вовидим. Да, пехоту. Опять на восток бежать. Тем временем Шилка дома ломает. Она сломала чупа-чупс. Так, внимание, враг замечен, а с юг дорога. Какая дорога? Центральная, что ли, или что? Да-да-да, я вот где практически, Паша, на юг. Чё? Чижу, пижон в кепке был, на юге от тебя. Может это я, нет? Да вроде не знаешь. Вроде тоже может быть. Ты меня мог не видеть, я елкой прикрыт был. Короче, пошел на поиски данных людей. Короче, я напротив бетера сижу на другой стороне елки. Отметки трабл. Что в три? Отметки трабл. На северо-западе стрельба. Да, понятно. Слышал, значит, они за Шилкой ходят. У них какой-то еще транспорт есть, кроме Шилки и БТРа? Грузовички были. Эх. Короче, сейчас иду искать масленка, по которому мне не слепит машина. Может быть и ты. Ну, сейчас отбегу здесь, если я не поймаю. Слушай, ну это на тебя он был похож, на тебя вообще. Мне казалось, что он кипит, а я вижу. Значит, другой был, да? Да, где-то ближе к городу. Мимо меня никто не проходил. Ну окей, может быть, просто так подрисовалось. Ладно, я смещаюсь к Шилке, к пехотке. Я так себе с собой помзу и нашел. Надо было его возле клина, наверное, оставить. Да. Так, сдвигаясь на восток, буду с востока искать эту пехоту.
А пом за интересную шилку можно выбить? Так, ПКМ, слушай, какой-то. Пехота уже в городе, эти орёшки просто метки не ставили. Уже понятно. Ух ты. Что-то заходим? Да подожди, не торопись. Нам к зоне хотя бы войти, чтобы... Это что, стреляет корт? Да, ДШК их наш, или корт. Корт вроде у нас, да. О, все, взорвали шум. Да, все, взорвали, вот, все, горит. Ну, я поближе к городу подошел, чтобы все, что найти в сам город. Давайте, может, на кого защитников выйдем тогда? Наверное, да. Живой еще есть? Да. Да. Отлично. Че, у вас там уже пехоту прессуют? Да. Да у нас больше умерло. Один взорвался на помпе, другой врезался на машине с гейт. Понятно, а с какого направления примерно пехоту пресс? Ну, с юга шел и с востока. Ну, как я и понял, с клена примерно. Спустились, так и пошли. Гонза уже все? Я да живу. Нет. Все живые стали себе. Граната. Яша? Нет. Гранаты идут. РПГ? Такое ощущение, что с северного леса. Северо-запада. Северо-запад, кто пробежал только что? Короче. Наверное, я их пробежал, сейчас бегаю. Ты возле желтого дома был. Да, с крыши такой ржал. Не-не-не, бежевый дом на одиночный. Не знаю, я, короче, бегаю там. Я сейчас в доме дагестанского типа. Я сейчас тоже в дом дагестанского типа. А Карыч, мина, там уже все разминировано или еще мина есть? Неизвестно. Я пока даже что не взрывался. Просто оттуда калаш бил с этого направления, я ничего не понял. Если я правильно свою позицию понял. Что у нас так долго горит там на базе? Вроде бы все уже ничего не горит. Шилка горела. Бетер катается. Юго-запад. А помогло бы в тебе? Нет, еще что-то катается. Можешь его обратно забрать. А, мы где? Блин, я же его слышал. Я стрельну, ну потому что я не понял, кто далеко. Да ладно, меня... если бы не попал бы, я бы кричал бы. Так у меня это самое, не заряжен был калаш. Ну, а че он тебе не заряжен был? Ну, потому что я в бетере перезаряжал магазин на другой. Почему-то он у меня сработал, короче. И бегал с этим калашом. Там у него рожка не было. А потом уже я перезарядил
когда слышал. Но ты уже начал бегать далеко, думаю, если сейчас полюсь, будет это самое, если там меня расстреляют, Беттер и Шилку. Я уже перестал стрелять. Опознан, ты чё-то это... Глупо себя поступаешь, я б реально стрелял бы. Лол, метку на Хьюмана видел, а он враг, он в общий канал метку поставил. Как сам? Кого на кого метку? Да на Хьюмана, я смотрю, красная стоит. Вижу, он там сидит, я сначала понять долго не мог, что происходит. А он, оказывается, противника поставил в общий канал. Бисмут, хочешь вишнявочку? Да, хочу. А, спрашиваю у тебя разрешение, можно пойти зачекать лицом просто снайпера, там, карыч, там, вот этих вот. Не, карыч, кстати, убил. Ты сказал да. Бегу, короче, Беттер стреляет там куда-то, бегу. По мне отрабатывают, я без отрабатываю. Беттер не видит никого, я такой сижу, да, Беттер а потом, да, потом Беттер словил, я как только поднимаюсь, сразу падаю, потому что мне сразу голову стреляют. Бис, что ты мне еще раз, чтобы я к вам пришел, потому что я все это время за Рексаром убил. Гребень. Да, Азарт прав. И кто там выпендривается? Азарт, я не понимаю, что за базар? Азарт гребень. Ребят, покните меня, когда игра начнется. Ага, да, без да, проблем. Ты кто? Понял. Не знаю кто. Всех покать. Всех покнем. Пойду я в это, пэр, там, пацаны играют в пэре, там, всех покнем. Пускай играют с нами. Гон закружает. Ну-ка. Эх, а так хорошо заходил в город. На шутке кто был? Ворон. А вы... Я не понял, что за маневры такие дикие? В одном месте постреляли, уехали в другом месте. Так, мы за вами бегали. Изначально мы поехали на... Не, мы собирались в эту Вольшу, короче. Мы потом передумали, потому что там тумана ничего не видно. Поехали с БТРом на гору. Вышел водил у меня. Сказал, снизу люди ходят. Нет, ну, окей, давай переедем. Короче, переехали туда. Потом подождал водилу. Гонза! Гонза стрелёт. А чё ты по мне сразу не стрелял возле пулемёта? А я думал, это слышал. Я тоже, то есть, я как бы с самого начала услышал, что противник нап, а я смотрю, что штанов белых нету. То есть ничего нет. Я эту миску, когда в прошлый раз играл, я помню, что противник не нап. Потом там бэкфорбом горит, типа точно нап, вот однозначно нап. Сколько времени осталось? 5 минут? Наверное. Вообще трэш, если б не эти СФ-ники, которые меня встретили, вот бонзами, двое. Понял. Двое. Таймер сломан, поэтому она не работает. Это у тебя есть такая фигня, короче, когда противник есть, тебя лагает, или это уже когда убивает лакшит? Нет. У меня, короче, фигня, либо когда противник, либо когда он убивает, лагает, короче. У меня все нормально, только вот если вот считать стрейкер мой, у меня там, когда стреляю, подлагивает, а вот второй раз. А то стрейкер мне у меня стреляется больше. О чем это? Не, у меня было что-то. Внизу бежит за 20 кадров, уже просто, знаешь, ну, противник этого 20 кадров, и зажимаете друг друга непонятно как просто. И ладит, такое да, бывает. Да. Веселье, когда стреляешь во все стороны, кроме как всего противника в 20 кадров. Я еще такой, понял, стою секунду, понимаю, что у Бонзая, короче, это самое, балаклава на голове, понял, что ты не свой сразу. Не знаю. Реально все это... Как? Короче, за одну сторону брать типа балаклавы там, не знаю. Как у наших ДВ балаклавы такие, типа эти. Да вас, блин, видно, как я чтоб не по форме развлекать, а по роже. 40 метров от себя отошел и балаклавы уже не видно. Не знаю, я вижу. Она единственный плюс, что она сблизи, ее в кусту не так видно, и все. Бисмут, я... Короче, вас спасала миллион раз балаклав ваших. Что я вспоминал, что это, что у вас балаклавы, поэтому.
Никто не знал, как противник выглядит. Mm-hmm. То есть кто-то там сказал, не, что это Кнапа. И я серьезно думал, что вот, те, кто не в белых штанах, это значит... Бисмут, вот я знал, вот я прям... Причем я как бы понимаю, что типа Напы, они красные. Блин. Короче, бабка смущает. Хотя короче, на Воге, были, по-моему, часы ошибки за красных, но как они это делали? А бабку-то можно убить и без штрафа? Да можно, не убить. Не, я просто думал спрятаться за бабкой, так сидеть за ней. А, самый прикол, что это Калкалыч. Да. Знаете, самый прикол писнуть? Я, короче, вижу эту бабку, я ей чуть голову не засадил. Сидит, короче, с ко мне спиной, думал, что враг, короче, с этим пулеметом сидит. А, он тут что ли? Блять, он уже поднесу. Нет. Да в этом. Ты в окно высовывался, он, короче, тебя вообще не видел. Чисто случайно. Это бабка все. Я кто даже не видел. Точнее не смотрел. Короче, там опять зарандомил миллиарды пех у этого противника. Да, пока не мой идет. Со СВД. Что, лутать? Конечно. А. Понял. Даже без. Да не, я затупил, они дома перепутал. Че, их 3 на 4 осталось? А, нет. Там ты че был? 3 на 4, там, 4. Да. Не, 4 на 4. Нет. 5 на 4. 5? Бои 2 боешника, а В оккупант. Посмотрелся. Оп, я тебя тоже. Ну, 4 на 4. Посмотрелся, ё-моё. Чё, тоже кочурик? Да, но я видел его, как бы там он бегал. Каркарыч у тебя или кто? А Вов не слышит, что топчется на доме на втором ходу этаже. Ну, у нас ихняя рация, всё нормально. А он не может слышать там расстояние в дом. Между Карычем и Вовом. Да. Дом там обхож. Ой, сейчас вот, будет вот, весело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, Вулф, все, я думаю. Вулф, да не, он сейчас. Это. Утиной походкой прибежит спокойно. Его не спалит. Его не спалит. Да нет, сейчас ловит. Там у него сзади враг. Да. Что-то нравится, я, например, постоянно нычу, сейчас не что там случилось? Вы все мавы пробежали. Он его сейчас палит. Нет, не палит, но. Разошлись в битвых соснах. Нет, того все-таки убили. А, не, ранили. Не, по-моему, его видел, не? А, не. А вы вообще чистенький, он не ранен вроде. Все, он побежал сад. Не, был ранен, по-моему. Ну, с пулемета слышал. Доловил на плену. Вы просто базы Карыча просто бегали друг другу. Да, да, как будешь, как ходишь там на полуприседе. Как у меня ноги пришли. И чё? В смысле, а можно на полуприседе ходить? Нет. А, в смысле, сломанный. Вол просто уточка. Я что-то думал, белые эти штаны, такой смотрел. Да, я говорю, нас, блин. Всех, когда сказал, что это напад. Декфоров стреляет. Я вообще не слышал, кто противник. Здесь гейм бегал, короче, смотрел на нас, на против, ну, на других. И все. Декфор вообще. А что с Декфором? Что он делает? Вылет. О, лицо прячет. О, порвал забор. О, да все, о, зашел, все, не взять. Не поймать. Что за магия? Там вы за него бегают, вот за стеной, оп, нет. А он в хате. Паша, снимай, потом, это, хочу передать привет на клубу. Да, все. Понимаешь, пробежит и потом уйдет. Раз, все, бочком. Иксар, ты в общий канал флудишь, по КВ флудишь, еще и на Пашином видосе будешь флудить. Да. Задумали, не подался, я не слышал. Я черта не слышу. На КВ и... Я то же самое, вот сижу так, Бисму, вот сейчас я реально адекватно себя вел, я вообще не говорил. Вы просто воры в КВ были. Просто воры в КВ у вас.
Ты там сидел, блин, что-то орал, я даже не слышал, да, что ты там мне говорил. Типа, да, сиди, сиди, говори за Тютюзом, за Бэтменом. Паш, руби. Да не, нормально, там уточка сейчас полкарты пройдет. Да уже 52 на прошло. Хлиман, ты на себя метку поставил в общий канал, я тебя за своего принял, елочки. У тебя красная метка в общий канал стояла, поэтому... Ну, бот еще одно здание заходит. Так и было задумано. То есть это типа тактика? Это, Декфор вообще не останавливается. А чё? Ничто не остановит. У меня Декфор вылетел уже, лол. Не, он у меня идет еще. Вот, идет. Он в каменное здание зашел, идет. Прошел. Зашел в здание. Жопой наехал на кого-то масленка. Пошел дальше. Рексар, напомни, кто там не флодит? Я. В смысле, а вот сейчас я могу флодить. Сколько он за забор порвал? Не знаю, два или три. Да не, нормально, давайте посмотрим за Декфором, как он по карте черно пройдет. Да. Он уже весь город прошел. Йоши, может быть, свой убьет, который там сидит. Я не понял. Купантов. Ну купантов там сидит, кайфует. А он может АФК. Он свой гейминг. Не, он не АФК, он морда и крутит. Он. О, вообще купант никуда не А сколько на миссии до нового времени? Да не. Сломан. Сломан. Да руки купан делает. Уже все бота. Чё так быстро?